Парки, скверы, спортивные площадки, а также набережная, Цветной бульвар и другие места массового отдыха также закрыты для посещения. Запрет введен накануне. Территории огорожены барьерами, сигнальной лентой. Через громкоговорители тюменцев предупреждают о необходимости социальной дистанции. Для патрулирования задействованы правоохранительные органы. Полицейские подходят к людям, интересуются целями их нахождения здесь, а также проверяют, не должны ли они быть на обязательной самоизоляции. Граждане, которые стали очевидцем нарушения данных запретов, могут обратиться в рабочую группу управления МВД России по городу Тюмени по телефону 291-613. Полиция Тюменской области еще раз обращается ко всем жителям региона. Не подвергайте свое здоровье и здоровье своих близких опасности. Соблюдайте введенные ограничительные меры.